Владимир Галактионович Короленко. Слепой музыкант. Ребенок родился слепым. Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями, но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетом птиц. Мать первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица. Скажите же мне, отчего он такой? Доктор, отчего? Какой, сударыня? Он ничем не отличается от других детей такого же возраста. Посмотрите, как он странно ищет что-то руками. Дитя не может еще координировать движение рук со зрительными впечатлениями. Это всегда так бывает. Отчего же он смотрит все в одном направлении? Доктор, он слеп? Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Потом зажег свечу, стал быстро приближать и удалять ее от детского глаза. К сожалению, сударыня, вы не ошиблись. Мальчик действительно слеп. Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Оно состояло из отца, матери и дяди Максима. Дядя Максим слыл в молодости за опасного забияку. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своей воли и грубости, на который самый смирный шляхтичий непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим уехал в Италию. Там он примкнул к такому же забияке и еретику Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны-помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого святейшего папу. Однажды из газеты паны узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные неприятели изрубили его, как капусту. Его считали умершим. Но оказалось, однако, что неприятельские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу, и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Через несколько лет он появился в доме своей сестры, на костылях, без ноги, с поврежденной рукой. В то время как в доме появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовала Максима.
Послушай, Анна, жизнь — борьба. В ней нет места для инвалидов. Ну, я, чего скрывать, навсегда вышел из строя. Но вот малыш, слепой мальчик, судьба судила ему и на свет уж явиться инвалидом. Ха! Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, получился бы один ледащий человечишка. Что ты на это скажешь, сестра? Ты шутишь, Максим? А ведь ему никогда не видать луча света. Его жизнь вся пройдет в темноте. Да, всем нам жаль его. Все в доме сообразуется с малейшей его прихотью. Этот малый будет еще несчастнее меня. Лучше б ему не родиться. Жестоко говорить это, Максим. Говорить без цели. Я говорю только правду. У мальчика нет глаз. Со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли. Отчего же? Пойми меня, сестра. Пойми. Я бы не стал напрасно тебе говорить жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные способности, чтобы хоть отчасти вознаградить слепоту. Но для этого нужно упражнение. А упражнение вызывается необходимостью. Твоя глупая заботливость устраняет необходимость усилий. Убивает в нем все шансы на более полную жизнь. Мать сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставляющее кидаться, сломя голову, при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро двигался по комнатам и с какой-то необычной в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки. По натуре он был очень живым и подвижным ребенком. Но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика. Живость движений понемногу терялась. Он стал забираться в укромные уголки и сидел там по целым часам, смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Всех удивляла поразительная тонкость его слуха. Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков. На лице застывало особенное внимание к звукам. Красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток. Наступила весна, растаял снег, звенели весенние потоки, в лугах зазеленела молодая трава, в воздухе носился запах березовых почек. Здоровье мальчика, который все прихварывал и потому всю зиму провел в комнатах, стало поправляться, и его решили вывести в поле. Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим. Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица. Весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежей прохладой. Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка. Мальчик поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись. Он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками. Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу.
Широко разлившаяся река пронесла уже свои льдины. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Черная, разопревшая земля парила и как будто вздыхала. Мама! Что, мой мальчик? Что с тобой? Что же ты молчишь? Ты испугался? Испугался, малыш? Не знаю. Он не может понять. Ну, успокойся, Петрусь. Ты ведь мужчина. Мужчина не должен ничего бояться. Сядь, успокойся. Садись здесь, милый, рядом со мной. Так, как будто старается понять что-то и не может. Петрусь, милый, это река плещется у нас под ногами. Там, внизу. Мы ведь сидим высоко на холме. А эта ласточка кружится в небе. Слышишь, как свистят ее крылья? Слышишь, мальчик? Да. А это что? Это малиновка поет, родной. Малиновка. А вот слышишь? Аист клекочет на своем колесе. Аист. Аист? Он хороший хозяин. Только-только прилетел из далеких краев, а уж хлопочет, строит гнездо. И всегда на старом прошлогоднем месте. А какой он, аист? Большой? Большой, сынок. Как ты? Или дядя Максим? Ну нет, мальчуган, он поменьше, но все же большой. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то головка его была бы выше спинки стула. Большой. А малиновка маленькая, вот такая, да? Да, не больше твоей ладони. Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. Ай, серьезная птица. Стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом и громко ворчит. Он не заботится о том, что голос у него хриплый, и его могут слышать посторонние. Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями. И мальчик поворачивал к Максиму свое лицо, брал его за руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием. Был тихий летний вечер. Мальчика уложили в постель. Он лежал в полудремоте. Смутный шелест буков совсем стих, и сон все гуще застилал его сознание. Он перестал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков пасущегося жеребенка. Все отдельные звуки стушевались и стали теряться. Вдруг ему показалось, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно. Мама, ты здесь?
года, мой мальчик. Мама, что это? Что это такое? Послушай. Это конюх Иоахим играет на своей дудке. Как хорошо. Спи, мой мальчик. Спи, Петрусь. Уж поздно спи. Иоахим действительно играл хорошо. Он забыл обо всем мире, потерял из виду даже собственное свое существование. Вдруг он вздрогнул и остановился. Чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам, и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. О, цуртоби, пектоби, чертова чего же? Играй, играй еще, Иоахим. О, паныч, о, это вы тут, пана Петрусь. Играй еще, Иоахим. Дядя Максим, пожелавший взглянуть на спящего Петруся, не нашел его в постели. Догадавшись, в чем дело, он направился в конюшню. Мальчик, укутанный в полушубок Иоахима, сидел на сене и жадно слушал. Музыка! Вот оно что! Ну что ж, малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Музыка, она дает образы, будет мысль в голове, мужество в сердце. Девочка точно исполнила свое обещание. На следующий же день, сидя в своей комнате за уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением: «Отпусти меня на минутку. Там пришла девочка». «Какая еще девочка?» «Вчерашняя». Действительно, вчерашняя знакомка в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую мать Петруся, свободно направилась к ней. «Здравствуйте!» «Здравствуй, милая девочка! Здравствуй!» «Скажите, пожалуйста, это у вас есть слепой мальчик, да?» «У меня, милая, да, у меня». «Вот видите ли, моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?» «Это вчерашняя девочка, мама. Я говорил тебе. Здравствуй, Эвелина. Только у меня теперь урок». «Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя. Я у него попрошу». Между тем, крохотная женщина отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и протянула ему руку. «Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил». «Неужели, сударыня? Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу». С этого дня между домиком арендатора и усадьбой завязались самые близкие отношения. Эвелина приходила к Петрусю ежедневно, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Теперь мальчик нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски живые впечатления от окружающей природы. Так, например, когда она говорила о темноте, раскинувшейся над землею сырой и темной ночи, он будто слышал эту темноту
в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Однажды, проходя мимо гостиной, Максим услышал какие-то странные музыкальные упражнения. В дверях он остановился. Петрик сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним стоял прирученный аист, которого Яхим подарил мальчику. Петрусь придерживал аиста одной рукой, а другой тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. Мать с пылающим возбужденным лицом перебирала пальцами по клавишам, вызывая из инструмента звенящие высокие ноты. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руки, и низкие басовые ноты глухо раскатывались по комнате. И мать, и Эвелина, бывшая здесь же, внимательно следили за выражением лица Петрика. Ануся, что это значит? Видишь ли, Максим, он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста. Право, он сам первый заговорил об этом. И мне кажется, что это правда. Ну так что же? Ничего. Я только хотела ему немножко объяснить эту разницу различием звуков. Неожиданная идея. Я не сторонник ее. Но ведь он сам заговорил об этом первый. Ну и что же из этого? Мы же все отлично понимаем. Петрик не может знать разницы между цветами. Нет, я знаю. Откуда же ты это можешь знать, мой мальчик? Так, он говорит правду. Он многое знает так. Так? Ну что ж, мы потом поговорим об этом. А теперь идите в сад, дети. Сейчас время прогулки. Послушай меня, Анна. Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полный ответ. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой. А нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Нужно, чтобы мальчик не сознавал бы недостатков своих чувств, как мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим от того, что у нас нет шестого. Мы грустим? Ну что ты, Ануся? Мы грустим. Мы часто грустим о невозможном. Грустим о невозможном? Может быть, она и права. Только не грустим, а мечтаем. Стремимся достичь своей мечты. Сделать невозможное возможным. Да, я забываю о тех могучих побуждениях, которые заложены в детскую душу самой природой. Развить присущие мальчику задатки. Усилием своей мысли, своего влияния, уравновесить несправедливость слепой судьбы. Вот цель, ради которой стоит жить. Вот смысл существования. Поставить вместо себя в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута. Да-да, бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбой подымет со временем доступное ему оружие за других обездоленных жизнью. И тогда я недаром проживу на свете изувеченный старый солдат.